Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу самые крутые фьюзы на нового легендарного питомца, а именно вот такого питомца. Как видите, у меня их уже довольно много, но я их покупал у торговцев. Но также на них есть очень легкие крутые фьюзы. Сейчас, в принципе, я вам покажу. Так, значит, давайте тпхаемся в локацию Бич. Идем, где находится эта фьюз-машина. Так, давайте я всех питомцев сниму, чтобы мы сразу увидели, что выпадало. Так, и давайте начнем вот с этого питомца. Допустим, выберем его одного. И два вот таких вот питомца. Все, фьюзим. Отлично, как видите, все получилось. Это, кстати, самый сильный легендарный питомец из нового обновления, сильнее его. Легендарного другого нету. Там есть еще один легендарный, но он послабее будет. Так, давайте теперь, значит, попробуем два вот таких питомца взять и вот такого одного объединить. Отлично, опять получилось, круто. Так, теперь, значит, берем два вот таких питомца и давайте вот такого питомца. Все получается, как видите, все круто, все работает. Так, давайте еще вот этого возьмем. И также вот таких двух. Все работает, все отлично. Так, теперь давайте другой фьюз попробуем. Возьмем вот такого одного питомца и два вот таких. Тоже получилось, отлично. Уже все 5 фьюзов, как видите, и все удачные. Так, теперь давайте, значит, попробуем вот с этими питомцами. Два таких возьмем и одного вот такого слабенького. Так, как видите, мне пишет то, что у меня очень много сил, и он не может их объединить. Тогда давайте попробуем одного такого питомца взять и два вот таких. Посмотрим, получится или нет. Получился, отлично. Как видите, работает очень круто. Так, давайте еще раз проверим, будет работать или нет. Да, как видите, все появляется, все отлично. С этими я уже показал тоже. И давайте попробуем чисто только с радужной версии вот таких. Давайте возьмем, допустим, 5 штук. По идее, должно получиться. Да, отлично, как видите, получилось. Давайте еще 5 возьмем. Ага, сейчас пишет то, что много силы. Еще раз. Все, все получилось, все работает. Как видите, все круто. Также вот такие характеристики у радужных новых мифических питомцев. Вот этот получается самый сильный мифический питомец на данный момент. А после него по силе идет вот этот. То есть он второй по счету по силе. Как видите, их уже очень много. Вот этих 90 тысяч выбили почти. Вот этих почти 85 тысяч. Прошло от обновления буквально часов 12, может быть чуть побольше. И уже столько выбили. Очень много, но все-таки их покупают. Их очень быстро покупают. Вот, допустим, если будете ловить торговца таинственного, который появляется в 21.9 по МСК, то вы, когда будете заходить на разные сервера, вот эти питомцы, они сразу же будут всем проданы. Потому что их очень быстро покупают, и довольно маленький шанс поймать вот такого питомца. А за 25 миллионов он стоит. Вот. Но если у вас гемов много, вы можете, в принципе, ходить по серверам, тпхаться вот на эту локацию. И вот здесь у этого торговца его покупать. Вот такой питомец, если не ошибаюсь, стоит у нас где-то 55 миллионов. А вот этот Санта стоит 65 миллионов. Ну, в принципе, у кого много гемов, довольно маленькая сумма. Так, ладно, одеваем всех питомцев. В принципе, фьюзы я вам показал, с которыми питомцами можно их сделать, из которых. Как видите, все фьюзы рабочие, мы ни разу не лоханулись, все получилось. Вот сколько мы там, по-моему, раз 10 сделали, и все 10 раз были удачные. Ну, в принципе, у меня на этом все. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока.